Юные пловцы, 266 спортсменов собрались сегодня в стенах центрального бассейна столицы Коми. В Сыктывкаре стартовал традиционный детский турнир по плаванию «Зарни-Юз». Чемпионат в республике – единственное крупное состязание для пловцов от 7 до 9 лет. Для этого возраста практически нет соревнований. А это действительно крупное спортивное событие. Вот 2017 года оно уже у нас проходит. Дети с удовольствием приезжают в соседние города. Здесь действительно общаются, знакомятся и показывают хорошие результаты. География впечатляет. Участие в турнире принимают пловцы из Ухты, Воркуты, Котласа, Микуни, Емвы, Инты, Сосногорска и Сыктывкара. Соревнования растянутся на 2 дня. В первые участники состязаются на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем и свободном стиле. Завтра ребят ждут те же дистанции, но уже другие стили, а еще эстафета. Для детей будет настоящий праздник устроен, чтобы дети полюбили спорт, занимались спортом, занимались в частности плаванием и в дальнейшем вели активный образ жизни.